Другим темам. В поселке Гидротор в Нижегородской области не утихает скандал, который спровоцировал один из предприимчивых местных жителей. Он решил засыпать разбитую дорогу осколками мемориала с именами погибших в Великой Отечественной войне. Почти неделю жители небольшого поселка в Балахнинском районе радовались, что наконец кто-то самостоятельно отремонтировал дорогу. Но когда посмотрели под ноги, ужаснулись. Неделю они ходили по осколкам мемориала с именами погибших в Великую Отечественную войну. Как стало известно, в соседнем поселке администрация приступила к реконструкции мемориала памяти. Машину, вывозившую строительный мусор, если его так можно назвать, установили быстро, как, собственно, и хозяина. Сейчас на дороге в Гидроторфе не осталось и следа от осколков памяти.